Ариару, моя маленькая Люси, покушать, и мы продолжаем играть в Kerbal Space Program. В прошлый раз постройка космической станции была невозможна из-за отсутствия финансирования. Для этого мы взяли новые контракты и за кадром их выполняли. Эти контракты также касались сканирования поверхности более новыми и инновационными сканерами, благодаря которым теперь мы можем видеть цветную карту Луны и Кербала. Также аналогичные исследования были показаны ранее, и я показываю только конечный результат. Также во время этих миссий мы собирали научные данные, которые позволяют нашему искусственному интеллекту лучше производить необходимые маневры. Выполняю протокол запуска второй части космической станции. Отстыковка первой пары вспомогательных модулей. Отстыковка второй пары вспомогательных модулей. Выполняю протокол выхода на орбиту. Отстыковка первой возвращаемой части. Внимание! Обнаружена излишняя масса топлива. Выполняю протокол по ее использованию. Внимание! Из-за неровности поверхности произошло разрушение посадочной опоры. Выполняю протокол сближения космических аппаратов. Выполняю отстыковку второй части возвращаемого модуля. Выполняю протокол стыковки космической станции. Да, замечательно, мы застыковались, причем без особых проблем. Только эта станция пока необитаема. Ну ничего, это скоро все поправится. Так, замечательно. Теперь мы открываем щиток. Туда вот сейчас мы будем стыковаться с нашим ученым. Выполняю протокол посадки второй части возвращаемого модуля. Посадка произведена успешно. Выполняю маневр сближения к космической станции. Выполняю маневр стыковки станции к космическому аппарату, так как на аппарате отсутствует РСУ. По идее, нас это не должно было сильно сместить орбиты, и можем посмотреть наш апоцентр 112, перицентр 98. Да, нормально, в принципе нормально, меня устроит, учитывая то, что мы потом будем 1000 раз станцию передвигать. Переходим нашей Ириной непосредственно в научный модуль, в избежание всяких казусов. Тут, я думаю, ей будет попросторнее в любом случае, и лучше находиться, а то ей надоела ее тесная камера. Мы сейчас сюда пришлем самолет, который будет заполнен инженером и ученым, а Валентинку мы вернем обратно. Пусть финансов у нас сейчас немного, но наша главная задача сейчас вернуть всю эту науку, которую мы собрали с Минумуса. Выполняю маневр выхода на орбиту шаттла. Отстыковка первой ступени. Выполняю маневр сближения шаттла с космической станцией. Замечательно, в принципе, меня все устраивает. Инженер, ученый, мы по-быстрому выходим и летим на космическую станцию. Так, теперь мы переходим в космическую станцию. Выходим отсюда ученым. Лети на корабль. Потому что сегодня Ирина должна полететь домой. Слишком долго она находилась в космосе. Ну и инженер выходит из нашего корабля. Теперь инженер, ученым, мы тоже входим в нашу космическую станцию. Замечательно. Фу, так, это мы все распределили. Теперь наш космический корабль мы по сравнению с орбитой берем против нормально. И пытаемся посадить эту крошку. Выполняю маневр по сходу с орбиты. Отстыковка второй ступени.
Так, попробуем нормально отстыковаться. У нас это вышло. Выполняю маневр входа в атмосферу методом планирования. Включаю автопилот до ближайшей взлетной полосы. Все нормально, и теперь мы должны, по идее, долететь до ближайшего аэродрома. А ближайший будет являться вон тот вот аэродром. Замечательно, и летим. Выполняю протокол посадки. Ну, теперь мы пытаемся сесть на неровную полосу. Приземлились мы более чем мягко и замечательно. Ура, возвращение нашей блудницы. Фух. Так, Ирана Кермин может с уверенностью возвращаться на базу. Так, а теперь нужно разобраться с космической станцией 2. Так, для начала... А, ну мы на солнечной стороне, замечательно. Так, включаем свет. Инженером нашим выходим. И пытаемся что-то сделать. Ну а следом корабля проводит демонтаж нашего модуля с целью дальнейшей посадки на Кермин. Отцепляет у него лишние солнечные панели, диски с научными исследованиями, оставляет только чутка топлива для возвращения назад и парашюты для посадки. Но если я не ошибаюсь, тут, по-моему, есть автоматика, и вот эта штука должна у меня сейчас самостоятельно сесть. Расстыковка. И сейчас будем ее сажать. Выполняю маневр по сходу с орбиты. Выполняю протокол сбросить все к херам. Выполняю протокол приземления. Ну, да, этого следовало ожидать. Вернуть обратно. А этот уже аппарат был уже на поверхности Минмуса, и за него должны отдать неплохие, ну, 50, как минимум 53 науки, 6000 кредитов. Ну, да, тоже неплохо. У меня есть тут задание исследовать Дюну. Пролететь около Дюны, вернуться домой после пролета Дюны. Ну, хуй знает, я не готов, по крайней мере, к этому еще.